Командировочные удостоверения будут упразднены. Их заменят на проездные документы, которые будут предоставлять работодателю после возвращения из поездки. Когда вступят в силу документы о том, что еще приготовили россиянам законодатели, в обзорном материале программы. Командировочное удостоверение заменят на проездные документы. Их сотрудник должен будет представить работодателю после возвращения. Сейчас время пребывания в служебной поездке подтверждается командировочными. Меньше чем через неделю их упразднят. Как ожидают авторы проекта, применение новых правил не приведет к проблемам при использовании электронных билетов. Его просто нужно будет распечатать. Что касается авиабилетов, то сейчас бухгалтерии удовлетворяются посадочными талонами. Условия предоставления квартир жильцам аварийных домов могут измениться. С таким предложением выступит фонд содействия реформированию ЖКХ. Специалисты предлагают жилье в новостройках давать только на условиях социального или некоммерческого найма. А значит, квартиры останутся в собственности муниципалитета. Это связано с тем, что в марте этого года заканчивается бесплатная приватизация. Если предложение будет принято, новые правила начнут действовать уже с 2017 года. С 1 июля этого года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителям будет грозить уголовная ответственность. Новая статья появится в Уголовном кодексе. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медицинского освидетельствования будет грозить виновнику реальным сроком. В том случае, если он уже привлекался за аналогичное нарушение. Максимальное наказание в таком случае – 2 года лишения свободы и запрет на управление транспортным средством на 3 года.